говорит и показывает Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить. Говорит и показывает Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Алекс Айвоби. Эль-Нени. Обамеян. Есть вариант для паса. Марк Олбрайт. Навес тут должен последовать. И пробил он по воротам. Это мимо.